Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Касается он постоянной тревожности и неудовлетворенности жизни. Значит, дело в том, что последние несколько месяцев, пишет Диана, я часто нахожусь в состоянии натянутой стрелы, какое-то внутреннее напряжение, страх, волнение. Я это связываю с натянутыми отношениями со своими родственниками. Мы очень отдалились с ними за последний год, много напряга. Меня это волнует, да еще у них проблемы со здоровьем, я волнуюсь, что может что-то случиться. В последнее время заметила, что помимо страха есть еще одно неприятное чувство, неудовлетворенность жизнью, какое-то ощущение пустоты, бессмысленности моей жизни и скуки. Я пытаюсь привнести в жизнь что-то новое, начала учить английский язык, повышать самооценку, читать книги, но новизны хватает ненадолго. Потом опять наступает это состояние неудовлетворенности. На самом деле у меня хорошая жизнь, кроме отношений с родней, у меня прекрасный муж, мы любим друг друга, хорошая работа. Я на ней не особо развиваюсь, но меня вполне устраивают условия работы. Живу в хорошем месте, но вот это ощущение, что чего-то не хватает, а чего понять не могу. Чем-то хочется наполнить свою жизнь, чтобы утром хотелось вставать, а вечером чувствуем удовольствие от прожитого дня ложиться. Я понимаю, что у меня много времени для развития, я не как белка в колесе, не загружена делами, поэтому, наверное, есть время прокрастинировать и задавать себе философские вопросы. Может быть, если бы была постоянно загружена бытовуха, и времени на подобные загоны не оставалось бы. Что это за ерунда такая, как с этим справиться? Диана, ну, справляться с этим вам лучше всего на психотерапии, вот, потому как это история, где могут быть самые неожиданные причины, вот, самые неожиданные повороты истории, вот, и если вы видите причину в одном, то по опыту я могу сказать, что когда начинаешь об этом говорить, то, в общем-то, довольно часто выясняется, что совсем в другом проблематика, и вообще не в этом, вообще не о том. Вот. То есть как-то вот тут есть, как мне кажется, такие моменты. То есть, на мой взгляд, ну, на мой взгляд, ваша ошибка, вот, заключается в том, что вы пытаетесь сами отыскать проблему. Вот, пытаетесь сами вот ее найти, а, в общем-то, проблема может быть там, где вы ее совсем не ждете. Значит, если мы говорим про напряжение, вот, то это про сдерживание себя. То есть вот что-то вы сдерживаете. Например, отдаление между вами и вашими родственниками могло произойти как раз таки вследствие того, что вы стали себя где-то
сдерживать, где-то ограничивать, вот. Вполне, по крайней мере, возможно, что так. Я не утверждаю ни в коем случае. Вот, но вполне возможно, что проблема заключается в этом. Потому что вот у вас это, видимо, связано. То есть вы несколько вот внешне реагируете. А вот, ну, вы внешне реагируете вот так. Напряжением, волнением. Но, как правило, подобное связано именно с тем, что человек что-то сдерживает в себе, что-то обкладывает вот в себе, ну, в себе же, в своих вот чувствах. Вот. И, соответственно, это ни к чему хорошему не приводит. Здесь нужно посмотреть, в чем вы себя подавляете. Вот. Здесь нужно посмотреть, где вы себя зажимаете, вот. То есть, как бы, ну, вот, например, вы говорите, что если бы вот, у меня была бы бытовуха, да, то подобных бы законов не было, а вообще жизнь у меня хорошая. То есть вы как будто бы чувствуете себя в данном случае виноватой. То есть, вот, у меня все хорошо, а я не рад. Вот. Знаете? То есть здесь в данном случае происходит как бы отрыв от вашей природы. К сожалению. Вот. Это, конечно, не очень хорошо, вот, потому что, ну, вот, как бы, природа, ваша природа, она такова, что не поддается каким-то оценкам. Понимаете, да? А вот. Поэтому, на мой взгляд, здесь вот нужно разобраться именно вот в данном аспекте. Понимаете, да? Ну, о чем я вот сейчас хочу сказать. Вот. Так что вам бы вот ну, как бы, на мой взгляд, нужно смотреть в этом направлении. Дальше. Значит, вы себя обесцениваете и, соответственно, глядите вовне. То есть вы смотрите во внешнюю сторону, вы смотрите на внешний мир, вот, и слабо достаточно прислушиваетесь к себе.
Вот, собственно, мне кажется, что, ну, лично мне кажется, что вы привыкли, вот. Ну, в какой-то степени, вот. Ну, игнорировать себя. Вот, игнорировать, значит, свои, ну вот, потребности, свои какие-то, может быть, порывы. Вот. То есть тут история в данном случае, на мой взгляд, пока. Вот. Понимаете, да? Что я имею в виду? Вот. Это то, на что вам нужно обратить внимание. Соответственно, то, что с вами происходит, именно заметить то, что с вами происходит, и научиться это выражать. Вот как раз, как мне кажется, одна из основных задач психолога в данном случае. Ну, справляться ничем не нужно. А вам желательно раскрывать. А вот себя, свою природу. И, соответственно, чем больше вы будете на психотерапии с ней сталкиваться, тем вы будете лучше приближаться к тому, о чем вы пишете, что вам вот хочется, да, просыпаться с удовольствием и засыпать. Тоже с чувством, что вы провели день не зря. Вот. А это сделать несколько сложно, потому что у вас такая позиция, что, ну, я вот, условно говоря, маюсь дурью, да? Типа, я не закручен, а всё. Понимаете, да? В чем вот здесь момент. Вот это вот, перестать себя обесценивать, поработать над позицией с вашими родными, решить конфликт, поработать с вашим страхом за них. Вот, опять же, здесь момент такой, что бояться за близких — это нормально. Вопрос в том, насколько это вот для вас
ну, глобально, да? Вот. С этим нужно разбираться. Ну и в целом, вы производите впечатление человека, который достаточно серьезно вот, направлен внутрь себя. Вот. Ну вот. По крайней мере, из вашего текста это следует. Вот. Это неплохо, то, что это так. Совсем неплохо. Но желательно, чтобы вам как бы это приносило именно что удовольствие больше, а не ну, напряжение. Вот. Как это происходит сейчас. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен, интересен. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи!